Всем привет! Сегодня я вам покажу огромное количество головастиков. Их тут больше миллиона на дачном пруду. Тут ямка, это лаз, через который выходит бобер. Он его сделал. Вот еще один лаз. Тоже немножечко воды есть. И как раз тоже заполнен головастиками. Но это все еще, как говорится, цветочки. Вот, как вы видите, пруд не маленький. И по всему периметру огромное количество головастиков. Сейчас я покажу, чтобы было понятно. Вот так вот они выглядят. Будущие лягушки. Концентрация их тут огромная. Рядышком косяки рыб плавают, ужи есть. Вот так на протяжении, как я уже сказал, всего периметра. Сейчас поближе подойдем еще. Пожалуйста. Жизнь кипит. Если получится, сниму еще и ужиков.